Инне Бурцевой хирурги Самарского онкологического диспансера подарили вторую жизнь. Буквально вчера, в день рождения женщины, доктора сделали операцию и полностью удалили опухоль. Рак прямой кишки стоит на втором месте по распространенности среди мужчин и женщин. Практически всегда дает метастазы в печени. Самарские онкологи успешно помогают больным и спасают десятки жизней. Первая мысль – страшно просто. Страшно, почему со мной? Ну, знаете, всегда кажется, что это с кем-то может произойти. Но только не с тобой лично. А потом поняла, что надо бороться. И примеров же много, когда люди побеждают рак. И среди наших артистов, например, когда я думаю, почему я не хуже других? Я не лучше других, поскольку меня посетила такая болезнь. Я не хуже других, я смогу. Чтобы делать такие операции, нужно иметь огромный опыт и талант хирурга. Не у всех врачей есть реальная возможность научиться. В Самарском онкоцентре организовали мастер-класс живой хирургии. Сложнейшая операция проходит в операционном блоке. Со скальпелем в руках врач из Москвы Дмитрий Сидоров и заместитель главврача по лечебной части Самарского онкологического диспансера Михаил Воздвиженский. В прямом эфире за ходом операции следят студенты, самарские доктора и врачи из других городов, которые приехали на конференцию обмениваться опытом. Хирургия – это, в первую очередь, мастерство, а во-вторых, я всегда считаю, что хирургия и вообще медицина – это, наверное, не наука, а это больше искусство. А искусство постигать, читая книжки, наверное, не очень достаточно. И поэтому, когда вживую видно, как оперируют хирурги, достаточно известные и опытные, это очень важно для молодых хирургов и вообще для специалистов, кто хочет заниматься этой проблемой. Научно-практическая конференция рассчитана только на один день. В программе, кроме живой операции, доклады специалистов о других более современных методах лечения, которые помогут спасти миллионы жизней. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.